сейчас я вам покажу очень удивительное место. Недалеко от купола находится модуль, уникальный просто, уникальнейший. Это модуль BIM, надувной. Надувной. Представляете, это будущее. То есть выводиться будут в маленьких пакетах, они надуваются, и вот такой модуль получается. Представляете, тут вообще стенка тут примерно меньше миллиметра. Вот такая вообще, вот сейчас, вот смотрите, она такая вот, как фольга вообще, надувной модуль, и он держит давление, видите, тончайший слой отделяет нас от вакуума. Вот это будущее. Надувные космические отели. Пока он небольшой и пока он сейчас еще все время закрыт. Он на испытаниях уже 2 года почти. Вон, посмотрите. Посмотрите. Вот. Вообще. Уникальная вещь, конечно. Жалко, что, конечно, у нас таких нету. Но я думаю, что будет. Вот такой вот надувной модуль. Вот. И люк к нему. Вентиляция туда идет. Сейчас он будет закрываться. Опять на испытание. Так. Flying saucer. Так. Вот это люк. Вот это люк от Бима. Бим хэтч. Бим хэтч. Так. Вот так сейчас будет закрываться Бим. Опять на испытание. Да, все-таки космических отель будет не очень, да. Потому что радиации много, да. Закрытие люка. Воздух. Командир станции воздух. Закрывает люк. Воздух внутри. Вот. Да, а не перетягивается, да? Но цак. Не засасывает. Какой девайс, там ключ такой, да? Для закрытия. А, у тебя схема, да, как закрывать? Ну, инструкция. Все по инструкции. Да. Держу. Делай. Держу, да. Прессер, да. Прессер есть. Так, закрываем люк BIM. Так, все по инструкции. Специальный ключ. Так. Может быть Makita? Makita. Да, давление есть. Pressure. Сейчас будет музыка. Все, музыки нет. Да, крест-накрест. Отлично. Все, закрывается. Бим хэтч. Бай-бай, Бим. Бай-бай. See you next month. Все крест-накрест. Так закрывается люк BIM. Единственный минус надувных модулей, это, конечно, радиация. Когда обычный модуль, там очень много аппаратуры и толстые стенки, которые защищают людей от радиации. А надувные, конечно, к сожалению, пока защиты нету. Есть только какую-нибудь оболочку придумать еще сверху, водяную. Так что вот такой вот минус есть.